Сегодня 6 декабря 2020 года. Первоиспытатели Михаил Селезнев, Илья Губарев, компания Аксу, Падлс, Пэдлс и Тайм Триал испытывают последнюю модификацию сплавного каяка Экшн на Акуловском славном канале. Поэтому очень надеемся на то, что испытания пройдут успешно, мы не замерзнем. И эта новая модификация покореет в следующем году все новые и новые пороги во всем мире. Поэтому пожелайте нам удачи, а мы, в свою очередь, обязуемся честно рассказать о своих эмоциях. Ну и по максимуму испытать, да, Михаил? Да, сейчас посмотрим. Мотливы работают очень круто, очень легко управляемая, настойчивая, курс держит и вообще очень легко проходит пороги. Я думаю, до 4-й категории прям вообще отличная байдарка, экшен. И вот она круто себя покажет, я уверен, в Адыгее, на Катуне, на других реках. Как ты, Миш, какие твои ощущения, впечатления? Хорошая стабильная лодка. На сливах следующий раз идет, вода быстро уходит, хорошо держит курс, управляемо, четкие заходы по суводям, подрезают, управляемые углы где-то, хрена, хорошая лодка. Нам очень понравилось. Попробуй ты первым 10, кто решит попробовать, от Миши скидку на весла Аксу, а Тайм Триал подарок, зимний красивый подарок.